Я знаю, что мне повезет. Вот уже какую неделю с большим удовольствием я приветствую вас здесь каждый будний день в 20:55 на телеканале «Самара ГИС». Приветствую с большим удовольствием и с таким же удовольствием. Всегда рада разыграть, подвести итоги наших конкурсов здесь, чтобы вас порадовать, чтобы вам чего-нибудь подарить, чтобы сделать вам сюрприз, сделать приятное. Итак, что же нужно для того, чтобы стать участником нашего волшебного розыгрыша? У нас есть группа телеканала «Самара ГИС» ВКонтакте. Сейчас адрес вы видите на экране. Заходите туда, вступайте. Ищите розыгрыш, он появляется около 9 вечера или здесь, сразу после объявления всех результатов. Оставляйте свой комментарий, свой порядковый номер, делайте репост и ждите следующего дня. Ну и, конечно, всем хочется пожелать удачи. Также не забывайте, что вы можете оказаться здесь, в нашей студии, и стать тем самым неподкупным, беспристрастным членом жюри или счетной комиссии, как хотите называйте, человеком, который вынимает бочонки из нашего волшебного синего мешочка. Сегодня наши гости стала очаровательная Ксюша. Ксюша, здравствуй, добрый вечер. Добрый вечер. Как дела твои? Нормально. Нормально, все хорошо. Ксюш, ну расскажи нам немножко про себя, чем ты занимаешься, сколько тебе лет, что любишь? Мне 7 лет, я люблю танцевать, я хожу в школу. Так, вот, нравится тебе ходить в школу? Да. С кем ты сидишь за партой? С мальчиком. Нравится тебе мальчик? Или обижает тебя мальчик? Нет. Не обижает, хороший мальчик. А кем хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу танцевать. Серьезно? Хочешь прям профессионально заниматься танцами? А какое, может быть, направление танцев тебе нравится? Современные, русские, народные или какие-то там? Современные. Угу, здорово. И как у тебя получается? Да. А правда ли, что танцовщицам нужно какую-то там диету соблюдать, чтобы быть в форме? Да. Плюшки не ешь? Или ешь? Чуть-чуть. Нет, не ешь чуть-чуть. Ну, расскажи, у тебя дома есть домашние животные какие-то? Да. Кто у тебя? Кошка, собака. О, и кошка, и собака. И еще много, наверное, чего интересного. Скажи, почему ты хотела так попасть на телевидение? Что интересного здесь? Не знаю. Хотелось просто посмотреть. Ну что, сегодня ты наш счастливый талисман. И для всех тех, кто нас смотрит, сейчас, я думаю, настанет тот самый волшебный момент. Слушай, ну у нас несколько пригласительных здесь. Есть пригласительный в театр, Самарская площадь, спектакль «Русский и литература» 21 апреля. Предлагаю вытащить первый бочонок, чтобы порадовать наших зрителей. Готова? Давай, вытаскивай. 28. Давай покажем нашим зрителям, что это 28 номер, чтобы все было честно и не подкопаться. Итак, номер 28, мы вас поздравляем, вы отправляетесь в театр. Также у нас есть еще два пригласительных на замечательное выступление государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки» с программы «Служить России». Два пригласительных, и первый отправляется нашему зрителю под номером... 44. Номер 44. Не забывай показывать нашим зрителям, что это 44 номер, чтобы все видели. Отлично. И еще один у нас номер сейчас отправится также на замечательное выступление волжских казаков. Это номер... 51. Номер 51. Ну все, друзья, мы разыграли. Я желаю вам удачи, потому что прямо сейчас у нас объявляется очередной розыгрыш в нашей группе. Дерзайте, всем-всем-всем обязательно повезет. Но если в этот раз не повезло, повезет обязательно в следующий. Ксюша готовила приветы кому-то. Ксюша, вот камера напротив тебя есть. Я думаю, прямо сейчас можно туда смотреть и кому-нибудь чего-нибудь доброго, хорошего сказать. Кому готовила привет? Маме, всем своим родным и близким. Угу. Ну и, конечно же, желаем всем удачи, правильно? И хорошей погоды, наверное, это самое главное. Спасибо, что пришла. Всем, друзья, хорошего настроения, хорошей погоды. Выходите на субботники, любите свой город. И, конечно, оставайтесь здесь, в компании телеканала «Самара ГИС». До встречи!